Всем большой привет, дорогие друзья! И сегодня у нас будет завершающее видео в нашей, в нашем блоке, в нашей тематике ислам и в нашей практике на данный момент. Итак, я решила подобрать последним объектом силуэт мечети, да, Дом Бога, поэтому приступим. Да, я думаю, это будет хорошее завершение, скажем так, для вообще всех моих работ. Я смогу везде, везде, везде его потом использовать. Я пока не знаю, честно говоря, в каком стиле я буду рисовать, потому что рисуют в разных стилях, да, бывают в более таком арабском стиле, то есть как на несовременный лад, да, а более такой старый лад. А бывает именно на такой современный лад. Уже более как что-то такое традиционное и современное. Вот. Я пока, честно говоря, не знаю, поэтому буду рисовать, ну, просто так. И по ходу пьесы мы с вами будем что-то решать. И еще это видео не будет, скажем так, таким выскаленным, да, ну, то есть какой-то прям план, не план. То есть здесь у меня нет никакого плана на самом деле. И это будет видео, где я действительно буду просто импровизировать. Вот просто импровизировать каким-то таким вот образом. Дам волю фантазии. Чего и вам советую. Это очень-очень здорово давать волю фантазии. Когда уже будут какие-то объекты вырисованы, уже будет более понятно, в какую сторону нам дальше с вами будем двигаться. Видите, такая вот у нас красота прям получается, прям красота, красота. Ну и все. Сейчас я ускорю, буду что-нибудь придумывать. И увидимся с вами, когда уже будет что-то готово. Ctrl-D. Повторяем последнее действие.
Так, на данный момент у меня получилась вот такая вот история. Честно говоря, мне нравится. Это очень так простенько выглядит, возможно, в чем-то. А возможно, простота залог успеха. Вот. И я не знаю, обычно делают большие такие вот соборные прям мечети, да, когда одна прячется за другую, то есть прям вот так вот. Еще дополнительно минареты ставят, там как-нибудь вот так вот. Я пока не знаю, что я с этим буду делать. Так вот, есть большие храмы, да, также есть большие. Да, допустим, это как бы считается вроде как главное. Вроде как уже маленькие такие вот. Итак, вот такая у нас получается история. Посмотрите, что я сделаю. Все разрезаем. Заходим в изоляцию. Выделяем белый цвет на единички. Выделяем белый цвет и удаляем. Смотрите, у нас удалилось. Сначала, значит, разобрать оформление, главное, чтобы градиентов не было. Почему у меня вот эта история? Это же тоже контур. Разбираем все, где есть контуры. Снова выделяем, разрезаем, берем белый, выделяем. Вот тут, видите, беленький выделился. Так, а вот это вот мы заблокируем. Тут нам ничего не надо. Давайте заблокируем. Тогда вот здесь вот тоже давайте тогда разрежем. Вот разрежем. Будет немножко отличаться. Так, выделяем белый. И нажимаем Delete. Вот на этом очень понятно видно, что... Не знаю, мне кажется, надо поставить на минареты. Тоже месяц. Итого у меня получается. Ну и теперь можно даже объединить вот так вот. И вот здесь... Та же самая история должна была получиться. Вот, видите, оно вырезалось. Здесь, я думаю, тоже.
сигаретах. Везде постоянно. Мне нравится, что какая-то такая за это самое. За усенец я не буду его убирать. Так, и то же, что я делаю, тоже объединяю. Вот такое у меня получается два объекта, и в следующем видео мы посмотрим, куда мы их можем вставить.